Недавно у Евграфа с канала «Едим ТВ» я увидел такой прикол, что если, да, взбивателем, которым делают капучино и прочее, взбить алкогольный напиток, то он становится мягче. Он провел эксперимент, и я решил попробовать, работает ли оно так. Посмотрим на примере рома. Я не буду сравнивать все напитки, потому что главное выяснить суть. Немножко рома в один бокал и в другой бокал. Вот здесь мы взобьем. Я не любитель крепких алкогольных напитков, но попробуем сейчас. Так, сначала идет взбитый. Окей, фух, теперь не взбитый. По итогу эксперимента взбитый реально казался мягче на вкус, чем взбитый. Не знаю, с чем это связано, может потому, что он газацию проходит, может потому, что фиг знает почему, но попробуйте сами этот прикол, и он реально работает, я очень удивлен. Подписывайтесь, ставьте лайки, приходите к нам в КОК!